Доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим о желаниях. Мы поговорим о том, что нужно сделать для того, чтобы ваши желания сбылись. Для того, чтобы ваши желания сбылись, они должны быть, во-первых, реальными. Естественно, если вы загадаете, что на утро вы хотите проснуться президентом Америки или чтобы возле вашей кровати стоял мешок с деньгами, вы, конечно, понимаете, что это желание нереально, и оно у вас не сбудется к утру. Поэтому вы должны четко сформулировать ваше желание, четко знать, когда оно должно у вас осуществиться, и делать все для того, чтобы это желание осуществилось. Еще специалисты советуют, как следует визуализировать свои желания, прорисовывать в голове каждую мелочь, ощущать вкус или запах, если, конечно, ими обладает ваша мечта. А теперь мы обсудим, как сделать так, чтобы наше желание исполнилось. После того, как вы его уже сформулировали четко, вы знаете, что вы хотите, и определили сроки, нужно записать это желание на листке бумаги. Листок не имеет значения, какого будет цвета. Имеет значение, какого цвета будет ручка, которую вы будете писать. Самое главное, чтобы она была не черного цвета, потому что черный цвет – носитель отрицательной энергии. Поэтому мы берем ручку любого цвета и пишем свое желание. Желание должно быть написано четкими буквами. То есть, я хочу, пишите, и пишите свое желание. Затем этот листок вы должны носить с собой постоянно. И каждое утро или в течение дня неоднократно прочитывать это желание, желательно наедине, вслух. При формулировке желания забудьте про частицу «не» или любое отрицание, только утвердительные конструкции «я хочу», «я желаю» и так далее. Также в этом тонком деле важен ваш позитивный настрой. Надо найти некую формулу, эдакий «сезам, откройся», который будет вас постоянно настраивать на нужный лад. Ведь к добрым людям счастье приходит быстрее.